Анна Коршикова, которая баллотировалась в мэры Бельц как независимый кандидат, но при поддержке партии «Шанс» и «Шора» остается вне избирательной гонки. ЦИК отклонил апелляцию на решение окружного избирательного совета северной столицы, снявшего ее с выборов. Адвокат Коршиковой назвал решение незаконным и заявил, что оспорит его вышестоящая инстанция. Официально окружной избирательный совет Бельц отменил регистрацию госпожи Коршиковой, и ЦИК поддержал принятое советом решение. Согласно протоколу и принятым решениям, во втором туре голосования будут соревноваться представители нашей партии и партии социалистов. Коршикову сняли с выборов за нарушение кодекса о выборах. Она была под международными санкциями из-за связи с Иланом Шором. Кроме того, использовала незадекларированные средства, превысив установленный лимит. С запросом исключить ее из избирательной гонки обратились лидер партии «Перемен» Штефан Глигер и кандидат в мэры Бельц от его политформирования Николай Григоришин. Второй тур выборов мэра Бельц пройдет 19 ноября. В первом Петков набрал 22,69% голосов, а социалист Максим Марашан – 19,73%.